200 тысяч зрителей, которые заполнили трибуны Эстадио Монументаль в Сантьяго. Итак, Эстадио Монументаль. Давид Арельяно. Здесь пройдет отборочный матч чемпионату мира по футболу, который пройдет, в свою очередь, в России в 2018 году. Все или ничего. Вот такой лозунг для обеих команд. Сегодня сборная Чили. Состав на ваших Ресифе из бразильского клуба. И четвертый Маурисио. И газон поехала. Нога у Рамиреса. Надо успеть. Рамирес без нарушения правила. Здесь как раз-таки фолбол со стороны чилийского игрока. Да, Артура Видаль во время падения коснулся мяча рукой. И поэтому штрафной будет выполнять команда Эквадора. Итак, защиты разобрались. Очень неплохой сезон в бразильском Грэмио. Подача в штрафную площадь. И здесь не попадает по мячу Роберто Ордоньес. Показывает арбитру, что фолили против него. Но мне показалось, что форвард сам не попал по мячу. Валдивия вошел в штрафную площадь. Можно забивать удар. Гол! 1-0 сборная Чили выходит вперед. Эдуардо Варгас. Эдуардо Варгас. 1-0 чилийцы выходят вперед в этом важнейшем для себя матче. И вот они, эмоции. Эмоции и Варгаса, и Вальдивии, который сделал голевую передачу. Ну и конечно, находился игрок чилийской команды. Это был Варгас. Положение вне игры было зафиксировано. Да, офсайд. Подбор за Санчесом. Ну и здесь надо повнимательнее играть. И Барри. Желтая. Так, ну во втором тайме какая-то россыпь. Пошла желтых карточек. Решил... Так, и не успел за ним Исла. Удар! И спасает команду голкипер. И здесь все-таки на подборе. На подборе Санчес. Алексис, куда же без тебя? Вот так вот. 2-1. 2-1. Только что, казалось бы, сборная Чили. Так, что здесь? Здесь будут разбираться. Или